В нашем городе обитает много мышей и крыс. Все они хорошо знакомы с солнечногорцем. Реакция на этих зверьков неоднозначная. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким животным, как крысы и мыши? Отвратительно. Почему? А? Почему? Потому что это вредители. Вы знаете, у нас на даче у меня завелась одна крыса, и она, между прочим, жила у меня очень долго. Я ее называла Чу-Чу-Чу. А потом я ее отравила. Я сегодня видел по телевидению передачу насчет того, что у нас этот год будет год, ну, крысы или мыши, да? И их показывали так вот, они такие симпатичненькие. Я бы даже себе завел бы в квартире такую. Конечно, положительно можно сказать, но когда они заводятся, мы в частном доме живем, и когда они заводятся, то это страшное что-то. Они прям вот ощетинятся так. На территории Солнечногорска обосновалось 5 видов серых зверьков. Первые хорошо знакомые, а зачастую и безмерно любимые – крыса декоративная. Водится она преимущественно в зоомагазинах или в квартирах своих хозяев. В уходе неприхотливо, может прожить до 5 лет. Окрас ее разнообразен. Станет надежным и очень верным другом для своих хозяев. Крыса очень бережливая, интеллектуальное животное. Оно может быть также снимать и боль, и также различить. Бывает, даже пожилые люди покупают себе, у которых никого в доме нет. И вот они покупают себе, в принципе, не то, как забав, как члены семьи. Вторая крыса дикая или чаще помоечная. Эта мадам скрытная, сниматься не пожелала, и ни одной дикарки нам запечатлеть не удалось. Третья крыса игрушечная, обитает на рынках и в магазинах. К новому 2008 году такой красавицей многие обзаводятся. Год крысы, год мыши берут. Но больше берут розовые цвета. Розовые и серые. Потому что мышь все-таки как бы розовая сказочная, а серая она получается настоящая. Следующая разновидность крысы или мыши – компьютерная. Также имеет большую популярность среди населения. Покупают в большом количестве. Покупают для замены старых из-за появления новых моделей. То есть спрос на них очень большой. Запахи – вот что любит крыса. Следовательно, в Новый год парфюмерные магазины должны быть переполнены покупателями. В связи с праздником, с Новым годом, естественно, люди приходят, покупают в подарок парфюм. Но как насчет дня, точнее, года крысы, это не зависит. Просто Новый год подарки. Одеваться на Новый год, по советам всевозможных гороскопов, стоит в любимые мышиные цвета – серые. На этот факт солнечногорцы реагируют не очень активно. В основном разбирают красные яркие цвета, серые уже никто не хочет носить. Хотя наступающий год год мышки, но все равно все хотят выглядеть ярко, красиво, нарядно. А какую крысу принести в дом и как заполучить расположение крысы новогодней, каждый решает сам.